Привет всем! В этом видео будет такой небольшой короткий обзор на сайт investing.com. Очень интересный сайт, вот посмотрите его, ссылку оставлю в описании. На этом сайте я смотрю новости, и для новичков здесь есть технический анализ. Итак, чтобы посмотреть новости, вот у нас экономический календарь, или переходим в инструменты и нажимаем экономический календарь. Здесь вы видите новости, какие важные новости на сегодня. Вот вчера, сегодня, завтра. Очень важно настроить свое время. Также здесь есть фильтр. Можете выставить флажки на страны и указать важность новостей. Обновляем, и у нас показываются только самые важные новости с тремя быками. Теперь переходим к техническому анализу. Вот, теханализ, и выбираем сводный технический анализ. Это уже для новичков. Раньше я в свое время тоже торговал по техническому анализу. Мы торгуем на краткосрочных, торгуем на минутке. Здесь в настройках выставляете первый столбец 1 минута, второй столбец 5 минут, 15 минут и 30 минут. Также вот можете выбрать валютные пары, применить. Итак, вот, к примеру, видите, на паре доллар-рубль активно продавать. А на паре у нас евро-доллар активно покупать. Слепо верить, конечно же, вот этим вот показателям нельзя. Смотрите, что это вообще за показатели? Здесь показывается, куда пойдет цена по индикаторам. Вот, индикаторы нам говорят активно покупать. От 1 минуты до полчаса индикаторы говорят активно покупать. А скользящие средние нам говорят активно покупать. Давайте рассмотрим вот детально. В теханализе есть просто технический анализ. Выбираем. И сейчас увидите, какие там индикаторы работают. Вот наша пара евро-доллар, вот выбираем 1 минуту, и вот, смотрите. Все скользящие средние, вот, нам говорят покупать. А вот индикаторы, MACD, RSI говорят покупать, MACD нейтрально, видите? Вот ROG говорит продавать. Вот смотрите, чтобы здесь было покупать или продавать, и можете пользоваться. Но я вам сейчас расскажу, как пользоваться правильно этим техническим анализом. Потому что многие вот думают просто вот так вот лепить, покупать или продавать, и все будет отлично. Нет. У вас тогда будет 50 на 50. Вот. Евро-доллар, да, активно покупать. Смотрите, вот эти вот данные, они указывают, они работают, когда идет тренд. Вот, когда активно покупать, вы можете перейти в график, посмотреть, и он будет идти на повышение. Вот эти вот индикаторы указывают на трендовое движение. Но ни в коем случае они не указывают на точки разворота, когда график пойдет в другую сторону. То есть, чтобы правильно пользоваться этими индикаторами, вы посмотрите, нет ли рядом уровней. Если есть уровень поддержки или сопротивления, тогда вот эта вот штука не сработает. График может пойти в другую сторону. Если хорошо идет, например, вот восходящий тренд, рядом нету уровней, тогда да, ваш сигнал говорит на повышение. Зашли вы, сверились вот с этим индикатором, тут тоже говорят на повышение, тогда уже можете смело заходить. Вот только в тех случаях вот эти вот данные принесут вам какую-то пользу, и в тех случаях вы сможете... 70% сделок закрывать в плюс. Вот так вот нужно правильно пользоваться. Ни в коем случае не торговать по этим штукам, когда идут новости. В начале первого часа тоже не советую торговать. Только когда вы видите хороший тренд, рядом нет уровней, вот тогда вот можете пользоваться этим сайтом. Много здесь есть всего интересного, посмотрите, вот индикаторы, точки разворота, скользящие средние. Но я сейчас только пользуюсь, смотрю только новости на этом сайте. Вот такой вот краткий обзор. Люди просили показать, как вот торговать по этому техническому анализу. Я вам рассказал, думаю, все понятно.
Пишите свои вопросы в комментарии, на что еще хотите, чтобы я сделал обзор. Всем спасибо за просмотр, всем удачной торговли, всем пока.